ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придет, как река, я хочу, чтобы ты знал, от меня это было. Ибо немощь твоя нуждается в силе моей, и безопасность твоя заключается в том, чтобы дать мне возможность бороться за тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятельствах или среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе дорого и приятно, которые отстраняют тебя, знай, от меня это было, ибо я Бог твой, располагающий обстоятельствами, и ты не случайно оказался на твоем месте, поскольку это то самое место, которые я тебе назначил. Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так вот, смотри, я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок сейчас изучается, ибо твоя среда и живущие с тобой выполняют только мою волю. Находишься ли ты в денежном затруднении, и тебе трудно сводить концы с концами, знай, от меня это было, ибо я располагаю твоими материальными средствами, и я хочу, чтобы ты прибегал ко мне и был в зависимости от меня, поскольку мои запасы неистощимы. Переживаешь ли ты ночь скорбей, или ты разлучен с близкими и дорогими твоему сердцу? Помни, от меня это было. Знай, я муж скорбей, изведавший болезни. Я допустил это, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге своем или в том, кому открыл свое сердце?
от меня это было. Это я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучший твой друг есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко мне и говорил мне. Разрушились ли планы твои? Поник ли ты душой и устал? От меня это было. Ты создавал себе свои планы и принес их ко мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставил мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни. И тогда ответственность за все будет на мне. Ибо слишком тяжело для тебя это, и ты один не сможешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо. Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейские, и уныние охватило сердце твое? Знай, от меня это было. Ибо я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими перед очами моими и побеждали бы именем моим всякое малодушие. Получаешь ли ты долго известий от близких и дорогих тебе людей, и по малодушию твоему впадаешь в отчаяние и ропот? Знай, от меня это было. Ибо этим томлением духа твоего я испытываю крепость веры твоей в непреложность обетования и силу твоей молитвы о сих близких тебе. Посетила ли тебя тяжелая болезнь, временная или неисцелимая, и ты оказался прикованным к одру своему? От меня это было, поскольку я хочу, чтобы ты познал меня еще глубже и в немощах своих телесных не роптал бы за сие неспосланные тебе испытания и не старался бы проникнуть в мои планы спасения душ человеческих различными путями, а безропотно и покорно преклонил бы голову свою под благость мою. Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение? Иди, полагаясь на меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет делаться твоими руками. В сей день
даю в руку Твою этот сосуд священного елея, пользуйся им свободно, дитя мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее Тебя слово, каждая помеха в Твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение Твоей немощи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем. От меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце своем слова, которые я сказал тебе в сей день. От меня это было. Храни их, знай и помни всегда, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть меня. Все послано мной для совершенствования души твоей. От меня это было.